сделали для себя серию мероприятий «Друзья клубного города». Это действительно не просто наши партнеры, это наши друзья. Чуть позже мы вас с ними познакомим. Территория, вот где мы сейчас осуществляем застройку, она вся площадь занимает 108 гектар. Это на сегодняшний день, и в принципе, такое повторить невозможно. Это самая крупная территория редевелопмента в Старой Москве. Таких территорий больше нет, и особенно таких территорий нет, если мы говорим про Северзавод. Это самый экологически чистый район Москвы. Если посмотрите, это не наша карта, мы сами ее рисовали. В Яндекс.Карты, то вы увидите карту экологии Москвы, и вы увидите, что именно вот там, где стоит наша Примавера, наш значок, это самая чистая зона в городе Москве. Я хотел прям буквально 5-7 минут рассказать вам про то, что происходит сейчас на рынке, и потому что мы продаем, ну, кроме Primavera, еще большое количество других проектов. Primavera, конечно, наш любимчик, потому что этот проект уже 2.5 года мы вместе работаем, собственно, с девелопером, конечно, мы уже больше, чем партнеры, наверное, да? Вообще, клиенты, когда мы предлагали там доехать, приехать, да, многие даже не хотели, не понимали, что это за локация. Вот я там понимаю, там Тверская, Садовая, Хамовники, Пресня, там вот что это, да? Ну, когда сюда приезжаешь, действительно, мы сами почему влюбились в этот проект, потому что здесь действительно хорошо, классно и комфортно себя чувствуешь, как будто за городом. Дорогие друзья, здравствуйте. Наступил момент, когда застройщиков еще в Кавказках, но мы уже переходим к комьюнити. Ну все, на Рублевке у нас, ребят, надо жизнь заканчивать. Начинать-то ее надо в городе. Но где в городе? Мы пригласили очень умного и тонкого брокера, вот, Оксану, в абсолютное доверие. И она говорит, ну я знаю, что я вам сейчас много покажу адресу. Вы купите Primavera. Ну вы думаете, мы все, как Маша, честно объехали. Ребята, Primavera выиграла по всем очкам. Самое элегантное жилье – это то, откуда видна жидкость. Ведь эта река, это же полная перемена твоего жизненного уклада. Вперед, она же не судоходная, эта часть. Ага, так она наша, значит. Так мы же можем туда-сюда кататься. Я не знаю, нужен ли нам мотоцикл, но здесь рядом есть техклуб, я все увидел. Там, наверное, его можно взять на это воскресенье. Мотоцикл. Я говорю, подный, а вы как поняли? И туда-сюда. Ох, жизнь. Так вот, это же полная перемена программы. У тебя река, качественные комнаты дополнительные. Кроме того, еще крайне важно, дорогие друзья, вчера, вот как уж я докладывал, я покупал кладовку. Это называется как машина мест. Нам бы скорее заселиться, закончить ремонты. Вот тут-то оно все и пойдет. Чего я вам искренне желаю. Дорогие соседи, добрый вечер. Потому что вот здесь вот рядышком, в корпусе, вот, на первом этаже, через некоторое время появится наша винотека, где будет все представлено, вся наша линейка разных винтажей, разных урожаев. И, в общем, будет такой небольшой винный бар с закусками, очень красивый. Мы уже создали проект, уже его нарисовали, уже ждем, когда нам дадут ключи, чтобы наши строители вошли на непосредственно ремонт. Я думаю, как и многие здесь другие, тоже этого, в общем, жду. Yeah.